Здравствуйте, с вами Милана Смитская. Давайте рассмотрим вот такой симпатичный двухсторонний узор. Так узор смотрится с лицевой стороны и точно так же с изнаночной. Узор интересный, рекомендую вам, вяжите с удовольствием. На данный узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 3 плюс 2 петли для симметрии плюс 2 кромочные. Узор состоит из двух рядов. Смотрите, я набрала 10 петель кратно 3 плюс 2 плюс 2 плюс 2 кромочные и вяжем с первого ряда. Кромочную снимаем и после кромочной вяжем 2 вместе одной изнаночной, а затем вяжем лицевую за переднюю стенку, за заднюю стенку. И так чередуем, повторяя до конца ряда. 2 вместе одной изнаночной, лицевая за переднюю стенку, за заднюю стенку, 2 вместе изнаночной и кромочная. Далее второй ряд. Кромочную снимаем и смотрите, та петля, вот мы вязали в первом ряду 2 вместе одной изнаночной, теперь из этой петли мы будем вязать лицевую то за переднюю стенку, то за заднюю. А те петли, которые у нас получились двойные, то есть из одной 2 вязали, мы теперь эти петли вяжем 2 вместе одной изнаночной. Все, и так повторяем до конца ряда. Из одной вяжем одну лицевую то за переднюю стенку, то за заднюю, а из двух 2 петли вяжем 2 вместе одной изнаночной. И снова за переднюю стенку, за заднюю стенку. И таким образом получается двухсторонний симпатичный узор. Смотрите, вот так. И так чередуем два данных ряда. Я вам рекомендую. Надеюсь, данное видео было понятным, полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!